Добрым утром, малыши! Всем привет! В эфире наш «Покажи класс». Филя, ну что, ты готов? Ты это о чем? Фил, неужели ты забыл про наше соревнование? Не стыдно, но я не помню, о каком соревновании мы говорили. Ну как же! Кто более смешное видео для выпуска найдет? Да, конечно! Я подготовился. Ну тогда давай показывай, что нашел. Первое про то, как черепахе надоело быть медленной и спокойной. Даже дорогу перейти. Хорошо, что мимо проходил не такой ленивый человек. Посмотрим. Очередь. Я нашел видео про котенка, который не скучает, даже если рядом нет настоящих игрушек. Ну-ка. Хвост. Отличная игрушка. А герой следующего видео так хочет подружиться с морскими свинками, что готов все за ними повторять. Молодец! Салат – полезная штука. А какое видео ты выбрал из тех, что нам прислали ребята на конкурс «Покажи класс»? Меня насмешил Демьян. Он старательно помогает маме делать уборку. Посмотри, что получилось. Так. Правильно, а то папа скоро приедет. Молодец, все убирай. Ну, а ты что выбрал? О, я выбрал ролик Платона, в котором он съехал с горы, закончив поездку красивым кувырком. Преграда не помешала. Платон, ты там поаккуратнее. Ну что, кто из нас выиграл? Я думаю, ничья. Все видео были забавными. Но только их было маловато. Я бы еще посмотрел. Ребята, присылайте побольше своих видео. Нам они очень нравятся. На этом сайте
Ищите правила участия в конкурсе «Покажи класс». И увидимся в эфире на канале «Карусель». Пока-пока. Пока.